Москва, 29 мая, РИА Новости. Желание сирийского курдского совета получить представительство в Конституционной комиссии Сирии было доведено до сведения заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, сообщил РИА Новости представитель совета по внешним отношениям Камеран Хаджун. «Да, конечно», — сказал Хаджун в ответ на вопрос, обсуждалось ли участие курдских представителей в Конституционной комиссии на переговорах с Богдановым. «Хоть мы и являемся частью национальной коалиции, революционных и оппозиционных сил, РЕД, мы хотим присутствовать в комиссии как Сирийский курдский совет, чтобы наши представители там отстаивали права курдов», — добавил он. Хаджун пояснил, что курды от совета будут участвовать в качестве представителей от оппозиции. По его словам, конкретное число представителей в комиссии пока не обсуждалось. В Сочи в конце января прошел Конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом Конгресса стало решение о создании Конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»